впереди. Так, ну что, всем, ребят, привет! Сегодня у нас ноу-хау. Люди с Князева, вот, Володя и Валера придумали такую фишку. Короче, на трактор повесили две косы. И там у них вон еще есть, это сейчас подальше будем рассказывать, грабли. Я не знаю, что за производство. Князевские, короче. Князевские грабли. Ну вот, расскажем про косу вот эту. Зачем это было сделано, как и как она работает. Володь, ну расскажи, пожалуйста. Вот, получается, у тебя был МТЗ трактор, да? И есть. Да, и есть, да. Что ты вообще вот сделал? И для чего это нужно, вот, чтобы две косы было? В первую очередь экономия солярки. То есть проходишь 165, а то 320. Ну, а вот, а говорят, вот трактор, нагрузка спереди, то есть вот это все. Да нет, никакой нагрузки. Едет нормально. Что с одной еду, что с двумя. Угу, то же самое, ну, то все. То есть по скорости то же самое, только в два раза быстрее все получается. Скажи, а вот чтобы ее сделать, что ты с трактором сделал спереди? Вот это я вот смотрю, навеска у тебя такая какая-то. Ну, навеску сделали. Ну как сделать? У нас была первая. Угу. Сама навеска у нас, она самодельная, но она у нас была. Мы зимой с ней чистим, лопат на ней висит. А, то есть она многофункциональная. Экономия денег. Сейчас металл дорогой, поэтому пришлось на нее все ставить. Это зимой, короче, она у тебя этим. Да, вот мы сняли она уголок, покажу, лопату прикрутили, поставили, и мы чистим зимой снег. То есть вот это вот остается у нас многофункциональная. Угу. И на нее вы придумали, получается, косилку, да? На нее вот уже поставили, да, косилку. Она вот, вот так вот одевается, как говорится, быстросъем, да? Быстросъем, да. То есть вот эта вот штука вот так входит в эту. Ну вот уголок этот. И этот вот, уголок, да. Да. А здесь просто обычным. Ну, пальцы у нас просто расшатаны. Угу. Да, вообще. Вот. А это на всякий случай, чтобы не потерять ее нигде. Так, вот. Еще что? В предыдущем видео там есть, как он уголок. Угу. Ну вот. Цепляем, отцепляем. По поводу вот косилки. Это получается польская косилка Virex, насколько Virex, я знаю. Да. Сколько ей лет, вот, Валера, она у тебя проработала? Ой, блин, а там не надо. Вера и правда. Ну, лет 5 точно. Больше. И ты решил ее сделать спереди. Вот что было переделано и как вот это было сделано? Расскажи, пожалуйста. Вот все нюансы, может, кто-то вдруг захочет тоже. Ну, резать мы ничего не резали. Косилка осталась, все родное. То есть можно все вот это снять, все родное одеть. Ну да, болты откручиваются, вот это снимается полностью, вот это все. И косилка, она вот она, вся остается. То есть косилка вся в родне. Это получается родная, да. Наверх косилки вы... Да, наложили швеллер. В родные даже болты, которые там... Да. Тут ничего, с косилкой ничего не делают. Ну а здесь получается, как она работает? Кардана, как я понимаю, здесь нету. Нет, стоит гидромотор у нас. Мы решили пойти вот таким путем. Ага. Гидромотор. А что за гидромотор? Как он называется вообще? Как у него там? МГП-160. Он тянет, да? Гидромотор. Ну, сейчас покажем, запустим. Все, протягивает, да, хватает его вполне. Тут стоит редуктор, повышает обороты. Это вы сами тоже крестовины, да, пригандобили, да? 9-я граната вот у нас стоит тут. Угу. Тут редуктор. А редуктор какой? Что это вообще? Редуктор взяли с картофель сажалки. А что за картофель сажалка? Ну, была у нас картофель сажалка. Какая? Было, да? Две, а мы одну разбазарили. Сейчас нет у нас ее. Это нужнее нам стало. Понятно. Тут какая, что, звездочка, вот ты говорил, по оборотам здесь. Да, звездочку подбирали, чтобы обороты, тяга, все, чтобы у нас было. Сейчас у нас тут звездочка 15 зубов стоит, тут 14 зубов. Угу. Чтобы и обороты, и тяга была. То есть вот это подбирали долго. А цепь? 4 варианта было на звезд. Ну, да? Тут есть еще такой момент. Ставили пружины сюда вот. Для того, чтобы она у нас ходила. А туда это кто-то заварил, там сломаете. Она у нас вся шевелится. И здесь она у нас, вот где уголок, Алексей. Вот она. А-а-а. И она ходит по винту. То есть вот таким вот. То есть если и так вот. Угу.
Это там задавали вопрос, вы ее сломаете жестко. Ничего, она, нигде у нас она не жесткая, она вся у нас шевелится. То есть вот это вот поле вот подскосили за 40 минут? Да нет, это чуть-чуть побольше. За сколько ты? За часа полтора, наверное. Часа полтора, да? Хватит. Ну, плюс-минус, то есть. Да, плюс-минус, да. Ну, получается, одним разом два прохода делает. Это минус один трактор. Угу. И минус один тракторист, да. И минус один тракторист, да. Так, а цепь тут на сколько стоит? Она, не помнишь? Или такую, какую подобрали? 24-ю цепь. Шаг цепи, да. И она, получается, дальше подает сюда, да? Да, вот. Тут вот кокардачик свой прицепил. Ну тут переходник. Чтобы ничего, нам это родное, чтобы оставить, мы сделать так вот звезду. Она у нас тоже быстросъемная. Ага. Раз вот так, и она снимается. Угу. А вот здесь вот эта штука говорил, то, что останавливает. Нет, здесь все родное осталось. То есть у нас вот трещоточки есть, то есть косилка остановила, чтобы гидромотор тоже не рвать. Но она и на родной также все срабатывает. Вот у нас трещотка. Вот раз. В одну сторону вот. Оп. Вот она сработала. Ничего не крутится. Ага. А в другую сторону вот уже движение приводится. Вот, все, пошло. Вот, цепь пошла весь. Насос уже. Все, уже не так, ага. Такие. Ну, а задняя получается, а как вы ее выставили? Или тут уже как на поле вышел, и получается ты ее выставил, нет, чтобы. Мы сделаем, чтобы она чуть-чуть за передние колеса выходила. Угу. Ну а ту на всякий случай, чтобы она перекрывала. Там там это две косилки по 1,65 у вас, да? Та сзади тоже лисички у вас, это как да, польская. Да. Получается, с минимальными тратами, грубо говоря, сами покрутили, повертели и это сделали. А вот еще говорит, вот мне тоже малый один писал, говорит, кун, говорит, что вы не убрали кун? Типа вес тяжелее, перевешивает. Да что тут не перевешивает? А вы представляете, зачем мы сегодня сейчас работаем с косилками, нужен нам кун. Это надо что делать? Все перецеплять и все по новой. Он не быстросъем, да? Нет. Как на Джон Дире, да? Нет. И смысл зачем? Нету его отцеплять, ну зачем вот все? То есть он не мешает вообще. Лишний груз? Ну это же трактор, ребята. Он должен вести. Ну понятно, он должен многофункциональный. Ну у вас вообще терминатор какой-то получился, а не трактор, на него смотришь. Так, ну что, сейчас в работе посмотрим. Как что работает. Начинаем заводить. Ага, сзади уже крутится. Чем хороша эта косилка, она скользит по полю.
То есть не на, а получается как по земле скользит. И видите, она выкашивает как. Практически все в ноль. Вот вам дешевое решение не покупать дорогие косилки по 1,5 миллиона там. Одну спереди, вторую сзади. Обычный трактор МТЗ, он самый старенький. И погнал работать. Как говорится, работаем с тем, что есть. А вон там волок посильнее он берет. Прям помощнее, помощнее идет. Вон какой волок, посмотри. Волок берет, конечно, косилка мощная. Вот такая вот скорость, с такой скоростью косят. Ты понял? Ну это, конечно, шедевр. И она плавающая впереди. Да-да-да. Волок, конечно, берет хороший. Вопросов нет. Валер, ну молодец. Конечно, технику вы сделали супер. Поздравляю вас. Из чего было? Да, из чего было, то, что энтузиасты еще не перевелись. Да, ну мы вот по полю идем, смотрим. Ну, короче, косилка эта прорезает все. И она, видите, она плавающая. Вот эти бугорки, ямки, все проходит. Если этот... Вот эти кроты, прям пых-пыль только и стоит, и все. Все отлично. Валер, на сколько тебе ножей хватает вот на ней? Ну, если вот такая нормальная, я не знаю. Ну, мы все в том году, наверное, больше... Ну, 150 гектар, да? В том году мы сделали. На одной? На пачке, пачку нам ушла. Пачка вот. И была одна косилка, да? Да, одна косилка, да, у нас в том году была. Ну там-то это тоже, новые поля же были, там и палки были, вся фигня, а там расход больше. Скажи, вот мне один вот тоже в Ютубе писал, они же вот все смотрят, ну как бы всем привет передаю. Вот задает человек вопрос, что такого быть не может, если одна косилка, вот лисички, ну грубо говоря, 1,65 м, максимум на 50 гектаров, все. Нас... Она разваливается? Ну типа она не сможет физически сделать больше. Да можно и за один день она у вас развалится. Не, ну он объем, говорит, она не сможет сделать. Да ну хватит, о чем речь. Ну вот, Алексей, ты сам видел уже сколько и показывали, сколько полей у нас. Это она все делала. Вот это вот у нас старое. Первый год, вот брали мы у ребят в сельхозпарке. Вот на. Первый год она у нас. А та все, вот, которая спереди, это все мы той косилкой делали. Единственное, в этом году... Мы поменяли два подшипника на нижней тарелке. И все. Ну это уже, да, 5-6 лет, это, конечно. Это... Ни о чем вообще. Да, вот в этом году, да. Все. Больше ничего мы с ней не делали. Вообще ничего. Короче, многофункциональная косилка, да. Очень хорошая. Если я скажу, если относиться ко всему бережно, и она будет ходить. Понял. Там это один тоже писал, там буераки приезжать к нам, вы их разорвете. Не, ну это если без головы, можно и в столб его. Ну, был случай, вперед. У нас и в Дон уезжал с косилкой, ну и что такого, да. Ну понятно. Ну ладно, Валер, все, спасибо за обзор.